Этот супер премиум продукт. Извините. Знаете, сколько он стоит? Ну что, привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас очередная посылочка от Beauty Box. Ту-ду-ду! Вообще, в этот раз я даже вообще не распечатывала и не заглядывала, как обычно. Я всегда в предвкушении, что же там нам подготовили. New Beauty Box, интересненько. Какие новые интересные бренды нам здесь представят? Что интересного мы попробуем? Я недавно была в поездке, как вы знаете, и мне очень пригождаются всякие пробнички, которые я пробую. И, кстати, с какой-то из коробок у меня оставался тональный BB-крем. И мне очень понравился. Вот, кстати, я там накрасилась им и потом сняла. Показала прям... Такая была вся красивая. Думаю, надо обратить внимание на этот BB-крем. Прям выровнял кожу, офигенски увлажнил. Продолжаем открывать нашу коробочку. Все не так-то просто, но я взяла большие ножницы. Так. Все, ура! Ух ты, что-то интересненькое вижу. На каком-то вот таком языке написано целое прям крем. Из экстракта розы для лица. Ух ты! Ух ты! Ян Нуи. Роуз крем. Мне кажется, он пахнет розами. Дэнь, ты прям счастлив, я смотрю, да? Ну, а теперь давайте все рассмотрим поближе. Вот наша коробочка. Как всегда, помимо основной коробочки, нам здесь кладут целых вот два, я вижу уже, два вот таких вот продукта. Значит, первое это вот такой крем. Какая-то необычная коробочка, она, видите, сверху, так вот здесь под низ, там чуть меньше розовая коробочка, надо посмотреть. А это Hair Vital написано, давайте прочитаем. Шампунь «Зимняя защита». Интересно. Виноград, касторовое масло. Ну, масло всегда хорошо. Дэнь, твоя коробочка Baby Box была в прошлый раз? Давайте посмотрим на шампунь и понюхаем его. Выглядит очень-очень достойно. Made in Italy. Не халям-балям. Made in Italy. А я думаю, в Италии, наверное, нам не сделают же плохо. Ой, какой аромат. Такой приятный. Знаете, свежесть, я даже не могу писать, сейчас. Блин, не могу писать, я не знаю, что там. Такой свежий, может быть, это косточка как раз-таки какая-то здесь, которая на коробочке все. Блин, смотри, не открывай, я тебя знаю, котенок. Ты же открываешь все. Крем, давайте его распечатаем. Блин, так классно, так... Так классно, так классно. Так. Как я уже говорила, мне очень нравятся эти коробочки, потому что это всегда сюрприз. И вот видите, мои ожидания, как бы я не ожидаю чего-то там вообще, знаете, там. Ну, как бы, я все время просто жду сюрприз. И мне все время интересно, что там. И вот раз, и мне приятный шампунь, и вот этот вот крем. Мне кажется, это очень крутые продукты. И для меня это прям вот кайф. А какой-то маленький праздник все время. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Такая баночка. Вытащили. С вот такой вот даже ложечкой какой-то. Накладывать ложечкой. Открываем. Запечатано. Открываем. Белый внутри. Ай, пахнет от реально розами, понимаете? Блин, класс. У меня как раз только вот улитки есть, но он такой гелевый, а мне вот прям крема не хватает. Сейчас мы его нанесем. Ой, представляете, если я вот так вот на ночь там намажу перед сном или так вот, я буду... Вот для меня арома это все, это задает весь мой день. Достаточно быстро впитался, кстати. Роза. Я уже в каком-то спа-салоне. Блин. Я обожаю, кстати, розы, как пахнет. Мне очень нравится. У меня еще эти патчи есть под глаза, тоже розы.
Круто, кстати, круто. Вот это вот отличное вообще. Отличный подарок. Так. Крем из экстракта розы для лица. Все, состав вода, экстракт розы, масло жожоба, витамины разные, масло ши. Еще экстракты. В общем, много читать. Утром после умывания взять немного крема из баночки, нанести на лицо и растереть, поглаживая. Не втирать. Наилучшее применение с добавлением масел марки. Марка такая Ян Нуи, по-моему, называется, правильно? Вот такая. Ты положил обратно туда? Ой, ты какой молодец! Сложил обратно. Так, дальше у нас идет основная коробочка. И я вся в предвкушении, что же там нам приготовили. Открываем. Та-дам! Открываем, открываем. Так, здесь у нас указания. А вот, кстати, крем для лица с экстрактом розы. Подходит для всех типов кожи. Быстро впитывается, придавая моментальный эффект бархатистости. Идеален под макияж и при проблемной коже. Активизирует регенерацию эпидермиса. Повышает упругость кожи. Разглаживает мелкие морщинки. Обеспечивает увлажнение и питание кожи. Замедляет процесс старения кожи. Стоит такой крем 3375 рублей. А у меня целый он. Целая баночка за 3375 рублей. Вы понимаете? Я, кстати, вам говорила уже, что вот эта коробка, она стоит вся намного меньше, чем если вот так все продукты сложить. И, то есть, ну, это как бы со скидкой получается. Конечно, ты не знаешь до конца, что там придет, да? Но со скидкой. Это очень круто. Офигеть. Ну, все, вот один крем 3375 рублей. Офигеть. Круто, конечно, я буду пользоваться с удовольствием. А шампунь вот этот, кстати, есть тут? Вот, а шампунь стоит... Шампунь, кстати, недорогой, хоть и сделан в Италии, 420 рублей всего стоит. Защищает от неблагоприятных факторов любое время года, особенно в холодное. Обладает ярко выраженным антистатическим эффектом, кстати, у кого электризуются волосы, полезно. Придает волосам блеск и эластичность, облегчает расчесывание и укладку волос. Не склеивает, не утяжеляет волосы, подходит для ежедневного использования. Классно. Так, дальше. Дальше я вижу вот такая, слушайте, тоже целая, по-моему, 50. Made in Korea. Корея, что это? Давайте я сначала прочитаю, что это. Лимони, крем для рук с коллагеном. О, хорошо, что я не буду его распечатывать, потому что я вообще кремом для рук не пользуюсь. И у меня очень много и есть они крема. Хоть я и не пользуюсь, они у меня еще и есть. Поэтому всегда, когда приходят мне такие коробочки, я не забываю о вас. И вот я даже не буду распечатывать его, потому что кому-то из вас он обязательно пойдет в подарок, в бьюти-коробочку, или я еще что-нибудь придумаю. Я подумаю. Я знаю, что многие девочки нуждаются в креме для рук, да, и пользуются, но вот как-то у меня так получается, что вот мне не нужно пока, у меня абсолютно нет никакой необходимости. Я когда, помню, работала на какой-то работе, знаете, что... Да, там я работала с бумагами, и там прям не хватало этого, но у меня работа не связана никак с этим, и мне, ну, как бы, нет нужды. И мне нравится, что в коробочке иногда приходит что-то такое, что я могу подарить кому-то, сделать приятно. То есть коробочка — это не только для меня сюрприз, но и сюрприз для моих близких. Они тоже, наверное, думают, что же там придет ей такое, что ей уже не нужно. Либо она подарочки раздаст, либо еще что-то. Вот. И, кстати, вот такой вот крем стоит 465 рублей. Вот. Я его оставлю для конкурса. Отлично. Дальше. Я вижу какое-то маслице. Herborian. Ах, нет, это шампунь. Это шампунь, девочки мои. Да, шампунь. Отлично. Я люблю такие шампуни. Я люблю такие шампуни. Я их всегда оставляю на поездке. Они мне прям вообще нужны, необходимы. Как пахнет? Прям цитрусом каким-то. Лимоном. Лимон, лайм. Классно. Ты смотри, не открывай там шампунь, а то сейчас все в шампунге будет здесь. Вот, и здесь прям 40 миллиграмм, то есть не маленькая такая. Ты не открывай только. Да, это маме. Дальше я вижу здесь, это пробничек. Naturation Vitamin Pack. Давайте, открывается, Дэня? Да, если открывается, нельзя тебе. Эээ!
ребенок в истерике, ребенку не дают шампуньки. Но они открываются просто очень легко. Вот здесь у нас еще есть одноразовый тут очищающий гель и маска сверху. Такое два в одном. Очень интересно. Тут сначала наносится гель, а потом маска. И я так понимаю, что это продается по одному, потому что стоимость 65 рублей. То есть вот они такие, знаете, как у нас маски есть такие, да, на один раз. Так, дальше что я вижу? Дальше я вижу сыворотка для умывания и снятия макияжа. О, кстати, вот это тоже классная вещь, потому что у меня ничего не было для снятия макияжа. И, кстати, удобно было бы брать вообще салфеточки с собой. Вот, а такое вот, знаете, что она получается... как бы ей умываться и снимать макияж будет. Это вообще очень классно. И стоит она 800 рублей. Покажи, не открывается? Да. Стоит она 800 рублей. Большая. Такая она с дозатором идет. Идеально подходит для тех, у кого нет времени для многоструктурного... У кого нет времени для многоступенчатого очищения лица, уникальная формула, состоящая на 40% из увлажняющей сыворотки, нежно удаляет даже водостойкий макияж, сохраняет кожу увлажненной, свежей, сияющей, не требует дополнительного умывания другими средствами. Вообще, это супер классно. Как использовать? Нанести необходимое количество средства на ладони, равномерно распределить массирующими движениями по лицу. Для достижения наилучшего результата применяйте на сухой коже, затем смойте водой. Да, 800 рублей стоит. Классная вещь, маленькая, да, мне очень нравится. Дальше, что еще здесь вижу? Маленькое что-то, это, наверное, крем. Так, как он называется? Чолей. Чолей, да. Это фитоклетчатый крем для контура глаз. О, супер. Вот такие, кстати, маленькие контуры. Они у меня хранятся очень долго, я использую их. И как-то они особо не кончаются быстро, потому что под глазки нужно совсем немножко. Давайте почитаем о нем. Этот супер премиум продукт. Извините. Знаете, сколько он стоит? Немножко удивлена, потому что я увидела цену. 17 900 стоит целая упаковка, то есть целая баночка. А здесь, мне кажется, ну 50, наверное, как вот... Во всех, да, вот 50 или, может быть, 100? Нет, 50, наверное. Этот супер премиум продукт специально разработан для борьбы с морщинами, отеками и темными кругами в области вокруг глаз. Средство основано на эксклюзивной Cholet Ice Ramp технологии с целью предоставления лучшего и эффективного продукта для борьбы с возникшими проблемами в зоне вокруг глаз. Активные ингредиенты... Фитостволовые клетки, окопника, гиалуроновая кислота, супероксидисмутаза, протеины сои и рисовых отрубей. Нанести на чистую кожу вокруг глаз. Стоит 17 900. То есть у меня сейчас есть пробник крема за 17 900. Мне кажется, это далеко не маленькие такие деньги. Я в шоке. За 17 900 надо все-таки попробовать его с вами здесь понюхать. Да, крем не наносила еще. Консистенцию вам сказать. Я выдавливайся. Ой, я уже его почти не знаю. О, экономно буду. Чуть-чуточку совсем. Так. Достаточно плотный. Такой легкий, но плотный. Приятный-приятный аромат. Прям приятный-приятный. Вот уже впитался. Ну так на первый взгляд прям ничего такого прям нету, да? Made in Switzerland. Ничего себе, у меня тут все сегодня с Италия, Швейцария, Корея. Так. Так, и последнее, что нам представлено, какая-то супер крутая коробочка, какая-то люксовая, прям я бы сказала, да? Такие, на самом деле, дорогие достаточно продукты, ну, не все, но вот, во всяком случае, вот этот крем, потом крем, который целый у меня прям есть, представляете, за 3375, это тоже немало. Умывалочка за 800 рублей. Так, и вот такой вот у нас есть
Профессионал Nail Polish. Давайте прочитаю. Это лак для ногтей. Лак для ногтей. Профессиональный лак. Сбалансированная гипоаллергенная формула. Безопасна для натуральных ногтей. Лак хорошо ложится, быстро сохнет, отлично отличается высокой стойкостью. Это мы проверим. Удобная, эргономичная, нескользящая крышка. Это правда. И профессиональная плоская кисть. Обожаю плоские кисти. Позволяют быстро и аккуратно нанести лак. Стоит всего 145 рублей. В принципе, недорого. Красивый цвет. Очень такой весенне-летний уже мне. Действительно широкая кисть. Ну вот посмотрим, как он будет уже, конечно, наноситься. До 7 дней обещают. Стойкость. Проверим. Вот и все, наша бьюти-коробочка готова. Вы знаете, очень много здесь получается для вас. Я только оставлю вот такую масочку куда-то положу, да, и вот крем для рук. Все остальное буду использовать, потому что действительно все очень крутое пришло, такое достойное и нужное мне. И еще такие дорогие продукты. И еще такие дорогие продукты вообще. Я просто, честно говоря, в восторге от неожиданности. Я прям аж получила какую-то бьюти-экстаз. Кому интересно, где можно заказать такие бьюти-коробочки, они бывают разные, каждый раз они придумывают что-то новое, действительно умеют удивлять. Я ссылку оставлю под видео, заходите, посмотрите, выберите себе что-то. Также можно это на подарок кому-то оформить, себе любимое подарить. Можно даже, ну не знаю, очень много всего можно делать с этими коробочками. Они реально достойные, очень крутые. И вот сегодня мы с вами в этом убедились. Сегодня коробка необычно крутая. Спасибо, New Beauty Box. Вы каждый раз для нас, для девочек, готовите и делаете такой маленький праздник. Спасибо вам большое за это. Это действительно очень приятно. И эта коробка была очень-очень крутая. Все, я всех обнимаю, целую. Радуйте себя, любите себя. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.